этапе Гвадалахаре. Чемпионат мира прошлого года завершился для Италии серебряной медалью на Габоре, также победой в упражнении с тремя мячами, двумя скакалками. В любом случае, Италия уже завоевала олимпийскую лицензию, как и Болгария, как и Россия. Ну и сейчас дожидаемся оценку итальянок, и тогда уже сможем подводить итоги. Ну и в очередной раз мы слушаем очень популярную мелодию в нынешнем сезоне художественной гимнастики. Венгрия закончила выступление. Сразу скажу, что уже есть оценка сборной Италии. Я думаю, что скоро и вы ее увидите. 27,8 получают итальянки. И Беларусь они не обходят. Таким образом, сборная Беларуси сегодня призам, надеюсь, что нигде не ошиблась. Все правильно посчитала. Россия первое место. Ну, здесь вопросов и сомнений никаких. Потому что 29,2 в первый день, 29,85 во второй. Сумма просто огромная. На втором месте Болгария 57,65. У Беларуси 57,45. 56,5 баллов у Японии. И у Италии 56,5 баллов. Ну, опять-таки, все подсчеты здесь веду вручную. Дождитесь, обязательно.